Привет, дорогие мои. Мы продолжаем проходить «Чужой против хищника». Собственно, кампанию за хищника. Это третья серия. Мы преследуем вот этот вот броневик, потому что на нем два наших плененных товарища, тоже хищника. То ли наш герой хочет их освободить, то ли что. Но, короче говоря, мы идем в этот комплекс в Эвентитане, в котором в кампании за морпеха нам довелось побегать довольно продолжительное количество времени. Так, ладно, сохраняемся. Включаем невидимость. Что нам вообще делать? Скорее всего, на этот лифт? Или как? Давайте для начала мы проникнем вот в эту твердыню. В принципе, я думаю, это будет не так уж и сложно, потому что охрана тут хоть кот наплакал. Спасите членов своего клана. Следуйте за своими товарищами на лифтах людей. Остерегайтесь воды, которая временно нейтрализует ваше укрытие. Понятно? Ой-ой-ой. Так, по новой. Я и не заметил, что там окажется... Вон оно что, Михалыч. Это вот эта штука меня расстреляла. Так. Мне нужно... Подожди. Вот. Почему-то у меня не выбирается. Кто бы мне объяснил. Ну вот, допустим, у меня кинжал. Вот копье. Диск. А почему же у меня не выбирается вот это вот, которая стоять на четверке, по идее, должна. Ладно, хрен знает, не могу объяснить пока это. Давайте, что ли, швырнем тогда диском в него, или тупо попробуем держаться подальше, хотя их тут полно. Раз, два. Что-то она, надо сказать, как-то странно полетела. Блин, это будет не так просто, как мне казалось. Фу, так, давайте тогда попробуем пройти вон там, где человек ходит. Там вроде как более безопасно, что ли. Хотя, опять же, могу ошибаться. У него, по идее, есть датчик движения, так что... это нам тоже может аукнуться. Но, по крайней мере, там нет этих турелей, реагирующих на любое движение. Добрый день! Почему он после того, как выпускает диск, становится на некоторое время видимым? Почему так происходит? This is high ground. Probable enemy contact. Predator. Stand by for fire support. Ладно, сюда мы проникли. Теперь нам... Сейчас к нему поддержка приедет, поэтому нам надо спешить и... Один ты остался, братень. Так, тут у нас вода, что ли? Не совсем поймешь. Ну, вроде вода. Так, давай-ка мы от тебя избавимся. И теперь нам нужно подпитать нашу энергию. Такой типа Сэм Фишер из мира хищников. Хорошо, как нам проникнуть в эту твердыню? Из нее, я думаю, мы вызовем лифт. Так, это вода, я понимаю, да? Я так думаю.
Да, проблема. Как же нам туда попасть? При этом не влупившись многочисленную охрану и пушки. Вот отсюда, видимо. Так. И нужно ли мне вообще сюда? Потому что вон там вон лифт. Может мне по нему на нем подняться просто? Не знаю, давайте зайдем. Ага, зайдем. Зашли уже. Так, ну, видимо, входа я никакого не вижу. Пошли туда тогда. А, тут все... Блин, у них все в воде. Как специально. Вот там, я думаю, по этому бульдозеру проедем. Пройдем. Да что ж я такой, блин, у меня сегодня с языком что-то просто какая-то порнография. Ой. Это же надо постоянно заговариваться, чуть ли не в каждом предложении. А если кого-то парит, то простите меня. Сильно-сильно подуставший сегодня. Так. Сидишь. Так, я не двигаюсь. Ой, ни хрена. Ладно, просто на лифт, оказывается, надо было, короче, подняться. А я-то думал. Ой, не надо мне электромагнитных гранат. Да, вовремя я свалил. Как минимум двоих вижу. Так, мне, конечно, интересно, почему же у меня мой дротикомет, моя снайперская винтовка. Может, патронов на ней нет? Я не знаю. Интересно, хищник умеет по лестнице подниматься, нет? Да, умеет, только там закрыто. Ладно. Ой, какая пакость. Мне, видимо, сюда. I heard that. Я думаю, вы помните это место, да? Здесь мы выходили морпехом, когда играли с этой базы. И здесь у нас был огромный робот, мы в него стреляли. Ну, вы помните. I don't like this. Парняк уже просто в панике, похоже. Нормально. Давайте восполним себе все, пока есть возможность.
Мало ли что там вылезет. Еще одна урока такого, и все будет полное счастье. Вот, сейчас мы заходим, собственно, уже в комплекс, и начинается довольно интересно геймплейная кампания за хищника. А то, что было снаружи, это, конечно, так себе. Так, тихо. Блин, я же не... Ой. Конечно, зверюга та еще. А, похоже, что рядом со мной где-то наверху. Ой, блин, да что ж такое? Так, на чем мы остановились? А, мы перед тем, как подниматься наверх, записались, понятно. Сейчас надо будет по-новому убить этих ребятушек. Ой, как это злое. Так, ладно, что-то выносит меня эта пушка. А, вон она, по-моему, стоит, да? Нет, что-то это меня уже начинает парить, честно говоря. Хорошо. Пушка где у нас находится? Вот она. Блин, ну че ж так ты улетаешь? А, не, нормально. Уф, давай сохранимся. Надоело умирать. Отлично. Да мне голову надо. Вот, хорошо. А, так, как мне подняться повыше? Блин, гады. А, возможно по этой трубе. В принципе, по-моему, это... Нет, не дотянусь. Хорошо, как мне подняться наверх? Новый вопрос. Сейчас будем думать. Похоже, все не так и просто. Может, мне тут кнопку нажать, но, по-моему, хищник не пользуется приспособами людскими. А нет, смотри. Ну-ка. Ага, понятно. Закрылся. Трусливый. Так. Выходи. Подождите, у нас никого тут нет? Вроде нет. Все-таки были.
теперь-то вроде тихо. Ну, наконец-то. Так, нам нужно восстановить энергию. И там у нас, кстати, у нас спереди пушка. Поэтому сейчас мы делаем так. Блин, да что ты криво как-то летаешь? Хорошо, восстановим здоровье. Восстановим энергию. Трусишка все внутри сидит. А мы тем временем двигаемся дальше. Ну куда именно, и опять труднее сказать. Ну, видимо, сюда. Добрый день. Так, мы едем куда-то, нет, я не понимаю. Не обидит. На себе испробовали теперь эту пушку. Смартган, так называемый. Надо сказать, не очень понравилось. Так, как там, блин? А, диск надо вернуть сначала. Один такой? Нет. Давайте-ка пока этот восполним энергию, пусть там парится. Ну чё ж. Там нарвался. Да, было весело. Ой, ой, тихо. Только не они. Так, спасите членов своего клана. Я приказал Дуне сейчас же приступить к имплантации первого существа. Я хотел, чтобы оно умирало медленно. Я бы с радостью убил их всех за то, что они со мной сделали. Им следовало убить меня, когда у них был такой шанс не оставлять меня. Я не собираюсь допускать подобные ошибки. К сожалению, мне не удалось быстро разобраться с вторым монстром. Эйзенберг вмешался, прежде чем я смог избавиться от него. Он нужен ему живым для изучения. Он опять не понимает, с чем ему приходится иметь дело. Ему не надо понимать их. Ему надо убивать их. Понятно. Thank you.
Ой! 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 Ни хрена! Это было подло. Валим. Чё-то вы, ребята, злые какие-то. Так, давайте восстанавливать энергию. Восстанавливать жизни. Блин, это спланированная засада. Опять восстановим энергию. Блин, кого там только нет. Сохранимся. И теперь что-то надо с этим совсем делать. Какие злые, да? Ой, как меня шарашит. Ой, как меня шарашит. Ну, давай, ну. О, ни хрена себе. Так, ладно. Ребят, у нас настроено серьезно. Да уж. Приходится прятаться, как крыса. В каждой щели. Ой! Ой, я в тупике. Ой, дяденьки, не надо. Только так, если только так. Че же вас так много-то, ваша мать? Вернись ко мне. Отвяжитесь от меня, ваши матироды! Ой, блин, а. Охренеть. блин, только что говорил, что очень легко. Беру свои слова обратно. Просто порнография какая-то. Так, ладно. Будем действовать технично, аккуратно, медленно. Не спеша. Оп. Неудачно. Блин, да что ж ты живучий-то какой, а? Блин, это было, конечно, дело. Так, надо опять набирать энергию, лечиться, набирать энергию. Жалко, что это так много времени занимает. Хорошо. Уф, и в принципе, я думаю, на этом мы завершим эту серию. Дальше пойдем разбираться, что да как. Но пока что это все. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.